Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. В районе Слободы Курочкины может появиться стадион. Там, напомню, планируется возведение нового микрорайона. Он будет рассчитан на несколько тысяч жителей. Информация о нем появилась на сайте компании-застройщика Кировского ССК. Жилой комплекс из 17 и 20 этажных домов построят между улицами Потребка Операции и Полевой. Это недалеко от разворотного кольца на улице Производственной. В новом микрорайоне, по данным ССК, запланировано строительство стадиона с современным покрытием, торгово-развлекательного комплекса, аптеки, супермаркета и магазинов. В проекте есть также школа на 1000 учащихся и детский сад на 200 мест. Однокомнатные квартиры здесь будут стоить от 750 тысяч рублей. Старт продаж намечен на третий квартал этого года. Дайджест недвижимости. Роснедвижимость предлагает квартиры со скидкой. Акция распространяется на последние трехкомнатные квартиры в жилом комплексе «Метроград». Они расположены на первом, втором и третьих этажах дома, сообщается на сайте компании. Скидка составит 30 тысяч рублей. Акция действует до 15 июня. Напомню, жилой комплекс «Метроград» находится по адресу Московская, 205. Дайджест недвижимости. По данным информационного агентства Роснет.ру, в апреле средний минимум квадратного метра на вторичном рынке составил 40 593 рубля, максимум 64 216 рублей. Самой дешевой сделкой в апреле стала продажа малосемейки на улице Крутикова за 770 тысяч рублей, самой дорогой квартиры за 15 300 000 рублей. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.